уважаемые телезрители, не знаете, чем заняться этой осенью, помимо работы или учебы, то этот выпуск программы «По существу» как раз для вас. В Чувашии стартуют два интересных проекта. Это школа парламентаризма и школа блогерства. И сегодня мы поговорим с их организаторами. У нас в студии Елена Белкова, куратор проекта «Школа парламентаризма». Здравствуйте. Оксана Салмина, организатор проекта «Школа блогерства». Здравствуйте. И чувашский блогер-богатырь Илья Александр Юшков. Здравствуйте. Вот, ребят, сначала вопрос, наверное, ко всем вам. На кого рассчитаны эти проекты? То есть, предположим, какой возраст, да, могут ли люди после 30 принять участие в проекте? Или это только, например, молодежь, да, там, до 25? Проект, в принципе, рассчитан на молодых людей. У нас, например, в «Школе блогерства и продвижения» возраст от 16 лет до 35. До 35. Если человек 55 лет захочет поучаствовать, примите? Если он захочет, скорее всего, да. Примем, конечно же. Отлично. Школа парламентаризма. Здесь тоже на кого рассчитана? Ну, наш проект тоже рассчитан на молодежь в возрасте от 16 до 35 лет. Но если человек в возрасте более старшего захочет принять участие, то, конечно, мы проведем собеседование. Если он его успешно пройдет, то мы будем рады его видеть в нашем проекте. Вот как раз хотела поговорить. То есть отбор предполагается в проекте? Да. В чем будет заключаться отбор? Отбор, он предполагает себе собеседование. Мы задаем разные вопросы в области истории, в области обществознания и вообще смотрим, как человек себя ведет, адекватный ли он, и вообще его какие-то характеристики, и на основе этого делаем определенные выводы и решение, принимаем мы его к себе или нет. Ну, то есть к вам приходит достаточно интересный, адекватный, молодой человек с неплохой эрудицией, неплохими знаниями, да? А чему учить будете в школе парламентаризма? Данный проект, он направлен на расширение взаимодействия органов государственной власти, местных властей с общественными организациями и молодежью. Вот сейчас так сказали, как настоящий будущий чиновник. А если проще все-таки? Да, что это заключает в себе? Ну, что за занятие? Основная цель проекта – это улучшение знаний молодежи и в области политики. Проводим различные встречи не только в области политики, но и в области СММ, продвижения. То есть наш проект, он многогранен, и различные знания и стажировки у нас предусмотрены. То есть, получается, вы ваши выпускники, и они смогут, не знаю, начать карьеру, возможно, да, с помощников, депутатов, к примеру, или, может быть, в администрации города, да, это будут, то есть, достаточно подготовленные молодые люди, которые будут знать, что, например, да, чем занимаются органы местного самоуправления, чем занимается та или иная структура. Да, самые лучшие у нас получают возможность проходить стажировки в органах власти. Теперь поговорим про проект «Школа блогерства». А вот у нас в студии, как я уже напомнила телезрителям, чувашский блогер, да, богатырь. Да. Хотела бы спросить сначала вас. Вот сейчас блогер – это вообще кто такой? Блогер? Меня спрашивают, это хобби или развлечение, или что? Это сейчас я могу считать, это как работа с утра до вечера, только в Инстаграме, в интернете. Блогерство про все про себя. Работа ради чего? Работа ради для души. Мне это нравится, я этим занимаюсь. Людям делиться с этими людьми, чем я занимаюсь, что да как. И еще занимаемся рекламой. Это самый главный хлеб, получается, блогера. Чем получается больше подписчиков, чем больше тебе люди доверяют, за тобой люди идут. Я почему спрашиваю? А потому что сейчас, да, Инстаграм почти есть у всех, все есть в социальных сетях, и это фактически каждый блогер. В таком случае блогера, известных блогеров, отличают тем, что они могут монетизировать свой блог. Вы этому будете учить молодых людей или все-таки какая-то другая задача? Ну, молодых людей, в принципе, мы будем обучать основам, во-первых, блогерства, конечно же, вести свой аккаунт правильно, подбирать правильный контент, фотографии, а текст, что есть правильно? Писать. Правильно для кого? Ну, на самом деле, главная цель блогера – это заинтересовать своих подписчиков. Mm-hmm. Если никому это не интересно, то, что он публикует, на него никто не будет подписываться. Mm-hmm. То есть вы будете давать, я правильно понимаю, инструменты. У человека есть идея, да, например, какой-то внести что-то в массы. Вы будете давать инструменты, как делать так, чтобы набрать количество подписчиков и так далее. Конечно. Когда будут проходить занятия? Это вопрос тоже и по школе парламентаризма к Елене, и по школе блогерства. Грубо говоря, если сейчас нас смотрят зрители, которые захотят поучаствовать в проекте, им нужно осознавать, да, каково
какова занятость? В какое время? Вечером это, днем, да, утром? Как это будет происходить? На данный момент у нас идет отбор заявок, во-первых. Но второй этап собеседования мы уже, в принципе, начали, потому что 50% тех, кто подал заявки, на данный момент уже прошли собеседование. Первое занятие у нас состоится, скорее всего, 5 ноября. Конечно же, мы об этом сообщим нашим участникам, напишем им личное сообщение ВКонтакте, обзвоним их, скорее всего. А так, занятия у нас будут длиться 1,5 месяца. Это вот в начале ноября они начнутся и в середине декабря где-то закончатся, конечно же, вот. По школе парламентаризма, то есть примерно такие же временные рамки, это 1,5 месяца. Да, у нас сейчас идет регистрация участников, она продлится до ноября. С 21 октября у нас стартует собеседование. Образовательная программа начнется где-то в начале ноября, в первой половине. Она закончится где-то в середине декабря. Если сейчас молодые люди, которые нас смотрят, они решили тоже, первый раз услышали про проект и хотят тоже поучаствовать в проектах, у них есть шанс еще успеть и в тот, и в другой проект? Да, конечно. Молодые люди могут пройти по хэштегу «Продвижение21» и зарегистрироваться. Вот лично у нас в школе блогерства и журналистики регистрация продлится до 29 октября. Так что все в ваших руках. В школу парламентаризма еще тоже возможно подать заявку. Да, мы будем рады видеть новых лиц. У нас тоже будет длиться регистрация до ноября. Любой желающий может подать заявку. Мы будем только рады. Нашу актуальную информацию можете найти в группе ВКонтакте «Школа парламентаризма Чуваша» по хэштегу «Школа парламентаризма 21». Александр, у меня вопрос к вам. Вы являетесь спикером проекта «Школа блогерства». Да. Вот можно ли сейчас прям вас, да, попросить такой небольшой мастер-класс для будущих участников? Вы сегодня пришли на Чувашское телевидение в первый раз. Вот что вы прямо сейчас предпримете, чтобы, да, об этом узнало как можно больше количество ваших подписчиков? Самое легкое, я предприниму то, что я делаю каждый день, даже если ночью проснусь, это могу сделать. Это вытаскиваю телефон, включаю видео и говорю: всех зову на нашу школу продвижения журналистики и блогерства. Вот мы сегодня находимся на национальном телевидении. Всем привет. Еще вы успеете к нам записаться. Скоро начало. Я понимаю, вот обращаясь ко всем вам, я понимаю, что вы взяли такие направления, которые вам самим интересны. Да, это и парламентаризм, и школа блогерства. И все-таки к вам, как к организаторам, почему были выбраны для образовательных программ для молодых людей именно эти направления, а не, например, школа, да, сам себе психолог, или, например, школа молодых плиточников, да, которые, например, кладут плитку. Почему именно эти направления сейчас актуальны и важны, как вы думаете? Вопрос сначала к Елене, к вам. Я считаю, что политика, она актуальна всегда. Для меня лично это интересно, потому что я обучаюсь на юридическом факультете Чувашского государственного университета. То есть это в сфере моих интересов, и я буду рада этим заниматься и помогать молодым людям тоже развиваться в этом направлении. То есть интерес проявляют молодые люди, да? Конечно. Они заинтересованы в этой теме. Тогда, Оксана, к вам вопрос. Ну, на самом деле, я сама по образованию филолог, я занимаюсь журналистикой, и ко мне многие люди обращались с такой просьбой: научи, пожалуйста, писать тексты, красиво фотографировать. И поэтому мне просто захотелось организовать такую школу, школу блогерства и журналистики, где мы подробно разберем все темы, которые интересны молодым людям. Ну, то есть просто это действительно два востребованных и достаточно полезных, в том числе и республике, направления. Да. Ну что ж, спасибо. Я напоминаю, мы сегодня беседовали с организаторами двух новых интересных проектов нашей республики. Это школа парламентаризма и школа блогерства. До свидания.